В 2017 году наше учреждение было признано лучшей образовательной организацией Российской Федерации в области образования и спорта, и Питерская образовательная ассоциация наградила нас почетным знаком, грамотой, ну и соответствующим статусом. Евгений Иноземцев с трепетом рассказывает о своей школе, особенно гордится тем, что удалось оборудовать стоматологический кабинет для детей. Больше такого нет нигде в школах Московской области. Данный стоматологический кабинет будет предусматривать с 1 сентября полное медицинское обслуживание детей в плане борьбы со стоматологическими проблемами. Здесь есть абсолютно все. У нас будет работать два врача в две смены, две медицинские сестры. Все оборудование, которое здесь имеется на сегодняшний день, это самое современное оборудование. Евгений Иноземцев вот уже 30 лет ведет уроки истории и работает директором школы. Помимо работы ведет активную общественную деятельность. К проекту «Химки. Интересно жить» он присоединился одним из первых. Тогда еще в 2018 году, когда рождались первые мероприятия, как раз-таки одно из них, это был мастер-класс, проводилось на базе нашего учреждения. В нем приняли участие и родители, и педагогический коллектив. Мероприятие прошло очень хорошо. Ну и в дальнейшем мы принимали участие во всех мероприятиях, мы расширяли свое участие в нем, расширяли участие наших родителей, жителей микрорайона. Благодаря проекту среди соседей сформировались группы по интересам, были созданы чаты для обсуждения и организации мастер-классов. Позже в чатах химчане стали рассматривать и обсуждать предложения по улучшению города, а наиболее активных участников избрали лидерами зародившегося движения общественной поддержки социально значимых инициатив. Одним из лидеров стал Евгений Иноземцев. Так он сразу поддержал идею строительства пешеходного перехода возле школы номер 25. Всегда стоял вопрос о безопасности перехода детей через проезжую часть. Буквально недавно были оборудованы столбики безопасности, пешеходные переходы, неровности на проезжей части для того, чтобы дети могли беспрепятственно и безопасно пройти в образовательную организацию. Лидер движения уверен, что важно услышать и учесть мнение как можно большего количества химчан. Поэтому они регулярно встречаются с представителями трудовых коллективов крупнейших химкинских предприятий. Евгений Иноземцев уверен, что инициативы химчан – это путь к позитивным переменам. Ведь только совместными усилиями можно сделать наш город комфортнее и лучше.